С беспризорными коровами борются власти Дербента. А теперь бродячих животных, обнаруженных в южной столице Дагестана, будут увозить в Махачкалу на штрафстоянку, расположенную на территории предприятия «Питомец». В городской администрации рассказали, что беспризорный скот создает аварийные ситуации на дорогах и портит газоны. Хозяевам нарушителей придется заплатить штраф около 7 тысяч рублей. Скотоводы должны будут потратиться и на перевозку животного обратно в Дербент, и на содержание в питомнике. Это 832 рубля в сутки. Отмечу, что на штрафстоянке животных содержат в специальном стойле под присмотром доярок и ветеринаров.